До выборов, которые будут определять жизнь нашего района в ближайшие годы, остается совсем немного времени. Поэтому необходимо активизировать работу по подготовке членов участковых избирательных комиссий. Что и делается сейчас. Об этом в нашем следующем репортаже. Председатели, их заместители и секретари участковых избирательных комиссий собрались в актовом зале администрации Славянского района на семинар, в ходе которого они получили важную для них информацию о проведении выборов депутатов местных советов и глав трех сельских поселений. Заместитель главы Славянского района Александр Заволока подчеркнул, что эти выборы очень важны для района. Я хотел бы, чтобы сегодняшнее мероприятие для вас прошло плодотворно, значит, чтобы каждый отсюда ушел со всеми ответами, у кого и были какие вопросы, каждый для себя. Кто-то вспомнил, а кто-то чему-то научился, которые новые члены комиссии. Поэтому недооценивать выборы никогда нельзя, они всегда по-своему сложные, ответственные. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков призвал провести выборы максимально четко, прозрачно, строго соблюдая требования закона и избегая конфликтных ситуаций. Сегодня мы все получили вот такой вот рабочий блокнот. Все получили? Значит, на каждую комиссию мы проводим. Здесь расписано от А до Я. Что вы должны делать? Чем вы должны заниматься? И ответы на все поставленные вопросы практически есть. Просьба к вам. Вот одна просьба. Прочитайте его, председатель замсекретаря здесь присутствует, и обязательно ознакомьте с ним членов своих комиссий. В ходе семинара все собравшиеся получили ответы на интересующие их вопросы с тем, чтобы донести их до всех членов участковых избирательных комиссий. Серьезная подготовка предшествует выборам, чтобы они прошли безукоризненно. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».